Ну что, начинается у нас следующий матч внутри клановой лиги 2019 года. CMX Криндель против CMX Краша. Счет 1-1. Станция Кайрос. Следующая карта. Ой. Одна из моих любимых музыкальных тем, из канала сейчас играет. Я думаю, что здесь как раз будет изи 2-0 в пользу Кринделя. Но вот это оказалось, что изи 2-0 там в пользу контролу был. Фейковый пилонис от Кэндила. 4 раба выезжает. Я обычно выезжаю 5 рабами, еще одним пробку пинать. Не поверил, походу, краш сейчас. Или поверил. Вега. В общем, такая игра в вега не вега от процесса, на самом деле, когда типа приезжают, так пилон ставят. Так что вполне может быть и фейковый пилон. Ну тут, скажем так, репутация впереди Кэндиля бежит. Краш выехал одним рабом, кстати, посмотрел, не едет, и там вторая пробка, то есть если вторая пробка не едет, то тут можно вполне не верить, то, что их фатон раш. Спрятался. Нет, чуть-чуть перелетел пимпочку сейчас, краш. И потерял этого оверлорда. Фактически, кстати, сейчас битва за топ-1 в групповой стадии внутри клановой лиги 2019 года. Первый самый. Надеюсь, что не последний. Вот, потому что сейчас и краш, и Криндель, они имеют равное количество игр и имеют равную статистику практически. И в очных встречах они не встречались, но у Кренделя все бы игры были 2-0, а вот у Краша все-таки был счет 2-1 с кем-то. С Нани, по-моему. Нет, не с Нани. В общем, с кем-то был 2-1 там счет. Вот. Ну и за счет того, что была одна карта отдана по статистике, вперед выходил Крендель. Наверное, все-таки да, нужно было двух тубов снимать. Ладно. Ой, какая постановка с того самого Дарчатню.
все-таки Краш, кстати, все дело пропалил, вот эти дарки обламываются, скорее, с большой долей вероятности, смысла их сейчас как бы, делать особого нет, когда за ним готов, хотя я уже сделал, на самом деле, можно просто дропархон превратить. Вот, тут нет призм, по-моему, работиться нету. А, нет, роба есть, призма нет. Не, и призма есть. Ну, вообще прям супер все. Попытка сейчас харасить, на харасе третью базу дарка. Вот, кстати, вопрос о постановке третьей базы, 5 минут уже на половине Нексус стоит. Минус сколько? И минус видите. Вот. То есть как раз вот манил на заметку по поводу таймингом на третьего Нексуса. Наверное. Импо. Еще призма, кстати, залетел с даром с варпом чего-то, по видимости, дарка одного варпнул на мейн. Краш третьего восстанавливает, потихоньку кэндит третий раскачивает, переводится рабочий, сейчас у нас славный баз, да, поехали рабы, красный, дропархон переходит. Ну, собственно, харас дарками переходит вполне логично свое продолжение с дропархонта из двух дарков, потому что, в отличие от бродварского скадла, можно хоть из дарков, хоть из психов, хоть из дарка с психом вот, вместе совокуплять. Вот. Получать после этого все равно одного и того же обычного белого архонта, то есть, например, с двух дарков в бродваре может получался архонт красный. Вот, который не атаковал сам по себе, но зато довольно неплохим заклинанием обладал, таким как Mind Control, Feedback и Mind Storm. Да, Feedback он был в свое время у красного архонта, психов никогда не был. Это чистое скадвашное нововведение. Ну хотя, как сказать, нововведение игры 8 лет уже, блин. Но для меня все-таки, наверное, сильно всегда останется нововведением. Потому что я до этого еще почти 12 лет в Бродвар играл. Блин. То есть вообще какой я старый. Бегает ниндзя, патрулирует четвертую локацию. Четвертую пока у Краша нет, он бы третью установить. Видит, кстати, Краш то, что там третью. Рейдер уже есть, да, и видит. Нормально сюда, видит, что восстановил до третья база. Лейра. Не, лейра есть уже. Как он, собственно, себя отвелся, сверсирован. И выход от контрола, хотел было сказать, от Кэндиля сейчас идет. Чё-то мне подскажет, что Краш здесь может третью не удержать. Он пошел в люру, а люрат не успеет. То есть ему придется либо третью сейчас отдать. Ну, по-любому здесь придется, скорее всего, третью отдавать. Провайдеров может. Ну, тут слишком до хрена прататься, чтобы отбиться. Значит, там и провайдеров уходить, рабов уводить, главное только. Трубы, чтобы не попасть. Хороший, трубы отжал одного рейдера. Кого там отжал. Рабоп, уводи, ну блин, ё-моё, ну что ты делаешь? Хороший форсфилд, точнее хороший коррозив байл сейчас был. А, нет, там, по-моему, сам архонт поломал просто собственный филд. Если бы нет, то рабы не уехали. Вот, и сейчас найдешь спасение на то, что вылезет люра. Ну блин, ну и как же долго люрять мне строится, да, просто пиндец. Ну, короче говоря, не, здесь Кренель просто успеет пробить до того, как люра будет готова, это ГГ, это 2-1. К сожалению большому. Слишком четкий тайминг атаки был. Слишком хорошо зашли дарки, конечно, сроби в третью локацию крашу. Жаль, что я первые две игры не видел. Приняли мы ее в другой матч. Ну и все тогда на этом. ГГшка.